Настоящий футбольный фанат не просто ходит на все игры любимой команды и поддерживает ее кричалками. Истинный болельщик всегда придет на помощь любимой команде. Как видите, у текстильщика таких людей предостаточно. Зима в этом году задержалась. В начале апреля зрительские трибуны все еще скрыты под сугробами. На просьбу дирекции стадиона помочь убрать снег откликнулись около полусотни болельщиков. В этом году в связи с такими погодными условиями стадион как никогда нуждается в помощи, в любой помощи. То есть любой человек на вес золота. Честно говоря, ожидал меньше. То есть спасибо тем, кто пришли, всем огромное спасибо. То есть посильный вклад они все внесут, и большое им огромное спасибо еще раз. Не только ивановские фанаты команды пришли на субботник. Целый трудовой подряд приехал из Фурманова. Чтобы было не скучно, привезли с собой гармониста. И не абы какого, а участника конкурса «Минута славы». Такая работа, признаются болельщики, даже в радость. Самое главное, нужно организоваться, как бы, должна быть помощь, наверное, по всем направлениям, в том числе и такая. Хлопать мы умеем, болеть мы умеем, кричать мы умеем. Теперь мы показываем, что мы и работать умеем на благо, на победу нашего текстильщика. Первая домашняя игра команды уже через 2 недели. Теперь никакие капризы природы не помешают предстоящему матчу. Главным образом, благодаря преданным болельщикам текстильщика, готовым поддержать команду не только словом, но и делом. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.